Так ось, свій камінаут сьогодні зробив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він відкрито зізнався, що Росія пішла на Україну війною. Про це він заявив на прес-конференції. Ну, крім того, він вперше за час вторгнення назвав війну в нашій державі війною, замість того, аби використовувати ось цей придуманий кремлівськими пропагандистами термін «спеціальна військова операція». Про це все говоримо далі. З нами на зв'язку Агіл Рустам Заде, азербайджанський військовий експерт. Агіл, я приветствую вас в ефірі телеканалу «Київ». Здравствуйте, приветствую вас и ваших зрителей. Спасибо вам, Агил. По поводу вот этого камин-аута Лаврова. А о чем это говорит, что Лавров назвал войну войной? А как это так? Как же они изменили свой подход в определении вот этих зверств, этой кровавой войны, как специальная военная операция? Что происходит? Ну, наверное, не мне судить о политике. Я военный эксперт, и я думаю, что лучше будет, если это будет комментировать политический эксперт, потому что российская политика, она как бы имеет очень много подводных камней, много параллельных направлений. Я думаю, что лучше будет политический эксперт это комментировать. Но смотрите, если вот на таком уровне специальная военная операция отходит в сторону, и они называют войну, ну, войною, как вы считаете, какое это может иметь влияние, да, вот, я не знаю, там, на людей, там, на тех же военных, что все вскрылись, или, в принципе, для них, ну, не суть важно, как это называется, потому что суть происходящего от этого не меняется. Знаете, 9 месяцев войны меня научили тому, что за словами обычно политиков и других политических деятелей Российской Федерации мало что есть правдоподобного, мало что есть убедительного. Я уже перестал обращать на это внимание и вам советую. Ну, возможно, возможно. Но все-таки, знаете, мы не можем не анализировать то, что происходит там и какие заявления делают вот представители так называемой российской элиты. Агила, скажите, а вы ознакомлены с информацией вот издания «Собеседник» по поводу вот этих бункеров, по поводу паранойи президента Российской Федерации? И если говорить о тех тоннелях, там, 200-метровых, которые начинают там делать ремонт и так далее, но это о чем говорит? О том, что действительно Россия может рассматривать вариант какой-то ядерной войны или применения ядерного оружия? Вы знаете, государство всегда просчитывает различные варианты. Есть соответствующие аналитические органы, аналитические службы, которые даже готовятся к самым маловероятным сценариям. Это нормальная текучка во время войны. Они даже опоздали с этим. Опоздали? Конечно, конечно. А почему опоздали, Агил? Объясните, как бы. Это надо было делать с началом войны. Угу. Но они, возможно, не предусматривали вариант вот такого развития, как мы понимаем. Да, они не знали, куда это все заведет. Они же планировали за пару дней. Однозначно, однозначно. Но вот сейчас они ликвидируют все эти недочеты, что они делают. Идет обычная конвенциональная война, и есть вероятность, что на каком-то моменте она может подойти к ядерному оружию. Это стандартная процедура, они даже опоздали с этим. Угу. А вы как военный эксперт, скажите, а что может к этому привести? Ну вот какие могут быть прецеденты, которые ну, реально набризят вот этот, я не знаю, там, ядерный апокалипсис или вот что-то нападали? Я считаю, вероятность применения ядерного оружия Российской Федерации очень низкой. Угу. А почему? У них нет для этого средств или я просто... Я думаю, что им достаточно четко дали понять, что они отработают асимметрично в случае принятия решения Российской Федерации на применение ядерного оружия. Я напомню, руководству Российской Федерации угрожали физическому уничтожению. Я думаю, что это не те люди, которые бросают слово на ветер. Угу. Агил Бек, а что скажете вот по поводу того, как дальше будет развиваться ситуация в Украине вот с этой войной? Вот какие вы видите возможные варианты развития событий? Ну, в частности, юг Украины, та же Донецкая и Луганская области. Да, да. Оперативная ситуация на Украине сейчас и в перспективе... Мы говорим в Украине.
Да, в Украине, извините, извините. Понимаете, почему немного так? Мы используем русскоязычные источники для сбора информации, как бы уже привыкаем к этому, да, в Украине. В Украине. Дело в том, что оперативная ситуация складывается таким образом, что на возможности сторон вести боевые действия складываются погодные условия. Сейчас у вас там распутится, еще нет крепких морозов, чтобы земля замерзла. И кроме этого, ни одна из сторон пока еще не накопила достаточных ресурсов для осуществления широкомасштабных наступлений. И кроме этого, есть некоторые эпизоды, что российская армия недостаточно подготовилась к войне в зимних условиях. И если к перспективе 2-3 недель российская армия не сможет подготовить армию к выполнению боев в зимних условиях, у российской армии будут большие проблемы с переохлаждением личного состава. И в таких условиях как бы особого смысла нет украинской армии как бы осуществлять широкомасштабное наступление. Украинская армия собирает ресурсы, ведет разведку и планирует места, где можно без потерь с малыми ресурсами проникнуть на территорию контролируемого противника. Это верная тактика. Я думаю, что в перспективе Нового года, это как реперная точка, мы всеми поймем, куда мы движемся в зимней кампании. А то, по вашим словам, мы можем посмотреть на новые освобожденные населенные пункты, которые будут говорить нам о том, как дальше может развиваться, да, освобождение украинских территорий. Это к Новому году, да? Я не говорю о освобожденных населенных пунктах, я говорю, мы узнаем боеспособность российской армии. Ага. Может появиться такая ситуация, что российская армия будет сокращать линию фронта из-за переохлаждения, убытия своего личного состава, из-за холодов, неспособности вести боевые действия в зимних условиях. И я говорю об этом. Но российская армия может и устранить этот недостаток до Нового года. Поэтому Новый год – это реперная точка. Мы с вами увидим боеспособность, боеготовность российской армии. Скажите, там говорилось о планах возобновить вот так называемую мобилизацию, частичную, не совсем, уже с Нового года, и планы определенные звучали, это на следующий месяц, на январь, на февраль. Это как-то поможет изменить ситуацию? Вот что вы скажете вообще о роли вот этих новомобилизованных людей? Это топка для костра войны. Какого-либо перевеса, какого-либо улучшения боеготовности армия не получит. Они просто как бы затягивают время своей агонии. Россия проиграла в этой войне. И лишние солдаты – это просто продление агонии. Скажите, возможен вариант, что вот те люди, которых будут вот так загонять на эту войну, они поймут, а зачем ехать в Украину, если стоит ехать в Москву? Вы знаете, мы обсуждаем с различными аналитиками эту тему. Да, такое было в истории Российской Федерации. И я считаю, что только военным инструментом вы проблему российско-украинского конфликта не решить. Я считаю, что Россия как страна должна посыпаться, в ней должны произойти радикальные изменения, чтобы навсегда в Украине воцарился мир. Соответственно, с вашим выходом на границу 91 года. Просто нужно, чтобы сложились, как у астрологов есть такое выражение, сложились звезды. Нужно, чтобы сложились звезды, чтобы и вас не истощали ваши военные ресурсы, и в России самой стали происходить различные события, чтобы этот конфликт нашел свое решение. Агео, смотрите, сегодня, да, Путин встречался с научными сотрудниками, с представителями, с представительницами там, научной сферы. И опять-таки говорил традиционную для себя ересь по поводу вот этот один народ и так далее, и так далее, и так далее. А вот по поводу одного народа, вот под названием вот русские, да, но это точно не один народ, это разные нации, разные народности. Вот что будут делать эти народности, эти разные части Российской Федерации по
окончанию войны, в которой Россия проиграет? Вы знаете, есть две вероятности развития сценария концовки этой войны, даже три. Это выход на мирные переговоры, это нанесение очень сильного военного ущерба Российской Федерации, под который Российская Федерация просто рухнет, и комбинированный способ, когда от неудач на фронте в Российской Федерации начнутся процессы, которые приведут к тому, что Российская Федерация как государство начнет рушиться под бременем политических, социальных и экономических проблем. Вот этот третий сценарий может привести к тому, что Российская Федерация повторит участь Советского Союза. Но тут есть тот нюанс. Китай и Соединенные Штаты Америки тогда сделали все, чтобы Российская Федерация в 1991 году осталась в своих границах как государство. А сейчас будет обратный процесс. Точки разлома в Российской Федерации есть. Это на различные национальные объекты, национальные объекты, субъекты Российской Федерации. И кроме этого есть очень большая точка геополитического разлома – это Уральские горы. Но спрогнозировать все до точки, до мелочи – это еще рано. Мы находимся с вами, скажем так, в двух третьих конфликта. И вот перспективу того, что будет происходить с Российской Федерацией, я думаю, мы увидим в конце февраля, начале марта. Вот тогда это мы можем твердо сказать, к какому сценарию движется Российская Федерация. Агилбай, спасибо вам за разговор, за то, что присоединились к эфиру телеканала «Киев». Благодарю. Агил Рустамзаде, азербайджанский військовий эксперт, был с нами на связку.